Теремок ТВ представляет. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Ключик. Здравствуйте, дети. Мы не дети, мы искатели сокровищ. Здравствуйте. Ого, и где же в нашем детском саду спрятаны сокровища? Смотрите, а что если... Во, пиратский сундук, а внутри сокровища. О, закрыто. О, а я знаю, как открывать. Надо... И замок откроется. Чики-брики-туки-ток, открывайся, сундук. Чики-брики-туки-ток, открывайся, сундук. Открывайся. О, знаю, нужна помощь техники. Пандочка, давай дадим ежику сказать. Ха, пусть говорит, конечно. Пандочка, вот ключ от сундука. Ключ? Чего ж ты сразу не сказал? Мне кажется, ежик пытался сказать, но кто-то постоянно перебивал. Не перебивай. Я! Можно я скажу? Обязательно все скажут, но не сразу. А как? Да, барашек? По очереди. Верно. Да-да, ага, вот да-да-да. Мам, ну ты скоро. Подожди, дочка. Сложно быть точкой в этих точках-матерях. Да, Тигруня, но когда мама занята, надо потерпеть, поиграть во что-нибудь и подождать. Эйники, бейники, ели вареники, эйники, бейники, бамс. Ага. Я освободилась, дочка. Что ты хотела мне сказать? Тут такое! А теперь, дети, расскажите мне, что такое беседа? Это когда все разговаривают по очереди. И никто никого не перебивает. Молодцы, вы все правильно запомнили. Извините, можно я вас перебью? Мне очень надо выйти. Правда, очень-очень надо. Ну, конечно, барашек. Иногда можно и перебить. Главное сделать это вежливо и только тогда, когда очень-очень надо. Пусто! Я так не играю! Ненужный ключик! Очень даже нужный. Он помог тебе перестать перебивать и услышать ежика. Предлагаю игру. У кого волшебный ключик, тот и говорит. А у кого нет ключика, тот слушает и ждет своей очереди. Говори, пандочка. Быстрее, быстрее, там такое. Круша, у нас игра, а ты перебил. Вот, смотри, у кого ключик, тот и говорит. А у кого нет ключика, тот слушает. Что ты хотел сказать, крошек? Там сокровища! Чего ж ты сразу не сказал?
Кажется, малышарикам волшебный ключик больше не нужен. Они теперь и без него знают, как внимательно слушать друг друга и не перебивать. Расти до неба. Интересно. Здравствуйте, малыши! Что вы там такое увидели? Здравствуйте! Там мостик красивый, разноцветный! И правда красивый, только это не мостик, это радуга. Радуга? А как она туда попала? Прилетела с облаками! Хорошая версия, крошек, но радуга летать не может. О, а может, она выросла из земли до самого неба, как дерево. Точно, выросла. О, радуга пропала. Сейчас будет новая. Я ее выращу. Вырастишь? Ага, из карандашей, цветных. О, а я из бусинок, тоже цветных, как радуга. Малыши, из каких же цветов вы будете выращивать радугу? Красный и оранжевый. Желтый и зеленый, голубой. И синий. И фиолетовый. Правильно, в радуге 7 цветов. Не растет. Может, ей грустно? Или холодно? Расти, радуга большая-пребольшая! Расти, радуга цветная-прецветная! Ну что, малыши, не растет радуга? Не-а! Не растет. А хотите узнать, почему? Да! Откуда в небе радуга? Нюшенька, радуга появляется, когда одновременно идет дождь и светит солнце. Белые солнечные лучи проходят через капельки дождя и распадаются на 7 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И они всегда идут друг за другом. Нюшенька, чтобы легко запомнить порядок цветов в радуге, нужно... выучить запоминалку! Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Каждый К – красный, охотник О – оранжевый, желает Ж – желтый. Верно. Кстати, этого фазана, то есть радугу, можно увидеть и без дождя. Например, в брызгах фонтана в солнечный день. Крошек, а давай вместе вырастим радугу, как дождик и солнышко. Давай! Я солнышко, я буду светить! А я дождик, я буду лить! Может, дождик маленький? О, я сейчас! А? Вот, большой дождик! А солнце маленькое! О, вот там большое! Молодцы, малыши! Теперь вы знаете, откуда в небе радуга. Одна на всех. Полетели. Ха-ха-ха!
Внимание, приземляемся! Пип-пип-пип, заходим на посадку! Здравствуйте, малыши, во что вы играете? Здравствуйте! Привет, космос! А, понимаю, вы с ежиком космонавты. Тигруня, Нюшенька, а вы кто? Я планета Земля, а это моя подружка Луна. Земля, Земля, прием! Прием, космонавтики! Курс на Луну! Привет, лунатики! Ого, вы тут в космос играете? Я тоже хочу! Чур, я буду солнышком! Эй, я здесь! Летите ко мне! Солнышко ждет! Ой-ой-ой, ну и жарища! Кажется, ракета плавится! Срочный взлет! Чуть ракета не испортилась! Я случайно! Нюшенька, Тигруня, давайте солнышко вам будет светить! Давай! Так! Ой, слишком ярко, панда, мешает! Ах так! Играйте тогда без солнышка! Да, расстроилась наша пандочка, то есть солнышко. Как же вы будете играть без солнышка, малыши? Ой, крошек, ты меня клеем измазал. Прости, ежик, не видно ничего. Как-то холодно стало, земля мерзнет. Пандочка, включи, пожалуйста, солнышко. Без солнышка плохо. Ура! Солнышко! Вот! Солнышко всем светит и греет. Спасибо, пандочка! Спасибо, солнышко! Хорошо, когда каждый на своем месте. Ведь в космосе не бывает лишних звезд, а в игре не бывает лишних друзей. Космос. А когда я стану космонавтом, мне ракету сделают мою и начнут в нее сажать, и с оркестром провожать, и стараться крепко руку мне пожать. А когда я стану космонавтом, буду выше дождика летать, выше радуги и птиц, выше шпилей всех столиц, над ковром смотрящих в небо детских лиц. Смотрите на звезды, малыши? Ага, они все такие маленькие и блестящие. Звезды только кажутся маленькими. На самом деле это огромные раскаленные шары. Солнце тоже звезда, большая и горячая. А когда я стану космонавтом, будет космос мне уютный дом. Выпить чаю, ну и ну, я на солнце загляну, а улягусь спать на тихую луну. Да когда я стану космонавтом, буду утром с мылом звезды мыть, и кометы начищать, и планеты освещать, и, конечно, не забуду, и, конечно, не забуду нашу землю дорогую навещать. Да когда я стану космонавтом, да когда я стану космонавтом. Бинокль. Будем придерживаться этого маршрута. Здравствуйте, малыши. Куда собираетесь? Здравствуйте! В экспедицию по медицинскому кабинету. Будем искать тут у вас загадки и разгадывать. Я тоже хочу в экспедицию. Простите, Груня, но это только для больших ученых. А я большая, но не ученая. Ой, а бинокль-то мы забыли. Возьми меня биноклем. Я все-при-все загадки увижу. Годится! Ну что, бинокль, ищи загадки. Так, вижу длинную загадку. И загадку в банке. И еще деревянные загадки.
Ой, что со мной? Что? Сломался наш бинокль? Тигруня просто икает. Так наш организм показывает нам, что замерз или слишком много съел. Но икота пройдет, если ненадолго задержать дыхание или попить воды. Один, два, три, четыре. И правда прошло. Ого! Вот так бинокль сам себя починил. О, вот еще загадка. Прыгучая. Интересная загадка. Сплющивается и расплющивается. Ну вы чего? Скипятиться же, все без нас закончится. Да, но кажется, есть загадка поинтересней. Так-так, что на этот раз случилось с биноклем? Теперь тигруня зевает. Так наш организм показывает, что немного устал и пора отдохнуть или поспать. А вот я уже и отдохнула. Продолжаем кипятиться. Что еще видишь, бинокль? Вижу целое хранилище загадок. Ой, опять загадка. Почему бинокль барахлит? Я не барахлю, это все пятки. Они меня смешат. Пятки для смеха? Нет, пятки нужны не для этого. Но если их пощекотать, и правда смешно. А для чего тогда пятки? Для чего? Для чего нам пятки? Чего нужны нам пятки? Надо выяснить всерьез. Может, чтобы поплясать или просто почесать, или чтобы для того, чтоб топать, топать по дорожкам. Так, ребятки, так, ребятки, так, ребятки. И сверкали наши пятки, ковырялись мы на грядке и чернили наши пятки. Мы пыхтели на зарядке, мы укутались в кроватке, и повсюду с нами были наши пятки. Да! Пятки, 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 где-то там они внизу. Пятки, 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 на себе всю жизнь внизу. Ох, играют с нами в прятки эти, а? Нужны, чтобы крепко стоять на ногах. Благодаря пяткам стоять и ходить намного удобнее. Ну чего отдыхаем? Нужно же спешить в экспедицию. За загадками! Экспедиция уже состоялась. Вон мы сколько загадок нашли. И разгадок. Ой, где? А мне покажете? Главная загадка – это ты, тигруня. И ты, Крош. И ты, ёжик. Вы все большие загадки. И самые настоящие ученые. Вы столько всего узнали. Про икоту, про зевоту и даже про пятки. Михай, пятки!